нравится лагерь монстров? О, монстры меня пугают! Поэтому ты переоделась в страшного зайчика. Эй, я и есть зайчик! Будет очень страшная ночь, будет страшный день опять. Повсюду духи, крики, вздохи, что еще сказать? Лучше нам всем убежать, лучше спрятаться и ждать. Слышу звуки я из-под земли, от страха хочется кричать! Берегись! Прячься, беги, монстры идут! Прячься, беги, тебя ждут! Прячься, беги, монстры идут, и завтра будут тут! Тук-тук! Кто здесь? Завтрашний день! Я слышу монстра крик, маму он свою зовет. Мама! Мама говорит, укрой простыней, и издал он страшный рык. Разве это страшный монстр? Он похож на малыша. Но он так пугает, завывает, я чуть не сошел с ума. Ты бы выглядел забавно без ума. Прячься, беги, монстры идут. Прячься, беги, тебя ждут. Прячься, беги, монстры идут, и завтра будут тут. Я не хочу, чтобы монстры меня догнали. Ах, детишки, вы не бойтесь. Я пытаюсь. Монстры знают страх. Правда? И вполне возможно, что они боятся тебя, и тебя, и тебя. Неужели это так? Монстры всем нам не враги. Почему так страшно они кричат, что хочется бежать? Прячься, беги, монстры идут. Прячься, беги, тебя ждут. Прячься, беги, монстры идут, и завтра будут тут. Прячься, беги, монстры идут. Прячься, беги, тебя ждут. Прячься, беги. Все-таки иногда бывают забавными. Думаю, я бы хотела себе домашнего монстрика. Пожалуйста! Мы вас ждем завтра. Оу, Лили, куда ты пропала? Бу-бу! Я слышу тебя, но не вижу. Страх наводишь, призрак ты, меня не испугать, выходи играть, бу-бу-бу, бу! Кто-нибудь здесь? Мистер Монстр! Франкенштейн, Франкенштейн, ты храпишь, выйди из забвенья, спляшешь с привиденьем, и город наш ты навести. Ау! Не пугайте меня, мистер Монстр! Ой! Я, похоже, попала на территорию зомби! Ой! Что жуешь ты, что жуешь ты, зомби-мальчик, это ты! Ты пожуй букашек, хочешь обнимашек? Отрыгни, отрыгни! Простите! Где ты, мой маленький ведьмин котик? Я здесь, мама! Она тут что-то варит! Что ты варишь, что ты паришь, ведьмочка, ведьмочка? Если ты смеешься, стены все трясутся. Помешай, помешай. Что этому вампиру нужно? Так
это немного хороших бананов. Ты крадешься, ты крадешься, злой вампир, злой вампир. Здравствуйте, ребята! Всех вас съем сейчас я. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Что ты лаешь, что ты лаешь? Тоби-пес, Тоби-пес. Будь немного тише, кто-нибудь услышит. Все мы монстры, всем привет, всем привет. Будем мы пугать вас, за ноги кусать вас. Ду-би-ду, ду-би-ду. Раз, два, три, четыре. Жуткий костюм! А давайте поиграем в страшилки! О да! Я вас сейчас все заколдую! Муа! Я застал тебя врасплох! Муа! И мой костюм совсем неплох! Муа! Это только лишь игра! Друзей пугать всех. Ой! И будем строить рожи, пока уйдем домой. Люблю играть я в зомби и прячусь за кровать. Когда друзей увижу, спешу их напугать. Какой ты плохой! Буа! Я застал тебя врасплох! И мой костюм совсем неплох. Ага. Это только лишь игра. Кто послал меня сюда? Это была не я. Я озорная ведьма, я только новичок. И стой-ка ты подальше, не попади мне в котелок. Кто позвал меня сюда? Я Дракула, о да! Ну как дела, привет? За шею укушу и ногу съем я на десерт! Фу, гадость какая! Нет уж, спасибо! Буа! Я застал тебя врасплох! Буа! И мой костюм совсем неплох! Буа! Это только лишь игра. Кто позвал меня сюда? Ужасный я страшилка, секрет в моих бинтах. Зовите меня Мумийка. Благодарю вас, ах. Смотрите, я чудовище, я просто Франкенштейн. От страха задрожите вы, ну прячьтесь все быстрей. Ого, ну ты даешь! Жутко! Буа! Я застал тебя врасплох! Буа! И мой костюм совсем неплох! Буа! Это правила игры! Буа! Хорошо, что вы пришли! Вам нравится мой костюм скелета? О, но ты все равно похож на обезьянку! Почему мы все оделись одинаково? Потому что мы банда скелетов! Пять скелетов не ложатся спать. Один говорит: надо чуть-чуть подождать. Второй говорит: будем всех мы пугать. Третий говорит: на костях танцевать. Четвертый рад: я с нетерпением жду. И пятый говорит: домой идти не хочу. И вот
сладости, дайте есть! Я напугала сама себя! Пять скелетов не ложатся спать. Один говорит: надо чуть-чуть подождать. Второй говорит: заметили их. Третий говорит: ага, подожди. Четвертый говорит: не хочу их пугать. И пятый говорит: может, мяч поиграть? И вот отправились они гулять, костями греметь и дома стучать. Кричат они: сладость или гадость? И рыщут сладости, дайте есть! Как-то это все так неправильно, но очень весело. Не думаю, что из меня выйдет хороший скелет. Да ладно, это у тебя в крови. Пять скелетов не ложатся спать. Один говорит: как вам мой наряд? Второй говорит: ты страшнее всех. Третий говорит: как страшно, это я. Четвертый говорит: распугаем друзей. И пятый говорит: убегут все кто куда. Или гадость, и рыщут сладости, дайте есть! Покормите нас! Ой, спасите, ой! Пять скелетов не ложатся спать. Один говорит: я обезьяний скелет. Второй говорит: я забавный скелет. Третий говорит: может, нам пора домой? Четвертый говорит: напугаем всех, давай! И пятый говорит: так держать, не зевай! Всем спасибо, дамы и господа! И вот отправились они гулять, костями греметь и дома стучать. Кричат они: сладость или гадость? И рыщут сладости, дайте есть! Ну, Лили, ты точно вжилась в роль наконец! Да, похоже, ты очень неплохой скелетик! Да, я сделала то, что должна была! Так нам дадут конфет или нет? Я уверена, что оставила конфеты на столе. Эй, а куда делись мои сладости? Мне кажется, здесь призраки повсюду. Кто взял наши сладости? И наши корзинки пусты. Кто взял наши сладости? Может, ты, или ты, или ты? Что-то здесь не так. О, ужас, что произошло? Все сладости пропали. Полно там было леденцов. Найду я их едва ли. Мои самые любимые конфеты в шоколаде. Сладкие и кислые. Цветы из мармелада. Хей! Кто взял наши сладости? И наши корзинки пусты. Кто взял наши сладости? Может, ты или ты, или ты? Среди нас завелся конфетный вор. Не смотри так на меня, это не я. Все так подозрительно. Что случилось, не пойму, мармеладки были здесь. И я не давал их никому, а их уже не съесть. Что за странные дела, не призрак ли на крыше? Съел все наши конфеты, а может, это мыши? Что-то мне подсказывает. Кто взял наши сладости? И наши корзинки пусты. Кто взял наши сладости? Может, ты или ты, или ты? Иногда такое случается, когда вы не ждете совсем. Может, призраки так развлекаются? Теперь это ясно нам всем. Он не может быть! Постойте, мне показалось, воров я видела. Они копались в сладостях, и я, конечно, вскрикнула. Кто бы мог подумать, кого мы ищем тут? А два конфетных вора в семье у нас живут! Нет, только не это! Кто взял наши сладости, и наши корзинки пусты? Кто взял наши сладости, может, ты или ты, или ты? Кто взял наши сладости? Мне стыдно сказать, но увы! Кто взял наши сладости? Это были ты!
виновата, детки. Ну все, мы вас поймали! А можно мне, пожалуйста, конфетку? Вы уверены, что это безопасное место? Старый Бу нас пригласил. И мне нравится его страшная ферма. Мне тоже. У старого Бу была страшная ферма. И я Бу. На ферме привидения жили. И я Бу. Бу-бу здесь. Бу-бу там. Здесь Бу, там Бу. Везде Бу-бу. У старого Бу была страшная ферма. Куда подевалось это привидение? У старого Бу была страшная ферма. И я Бу. На ферме этой мумии жили. И я Бу. Ва-ва здесь, ва-ва там. Здесь ва, там ва, везде ва-ва. У старого Бу была страшная ферма. Каких это пор у мумий есть хвосты? У старого Бу была страшная ферма. И я Бу. На ферме оборотни жили. И я Бу. Ау, здесь. Ау, там. Здесь ау, там ау, везде ау. У старого Бу была страшная ферма. Вы так напугали Лили меня! У старого Бу была страшная ферма. И я Бу. На ферме этой скелеты жили. И я Бу. Клац, клац здесь, клац, клац там. Здесь клац, там клац, везде клац, клац. У старого Бу была страшная ферма. Какие страшные! Просто закрой глаза, Лили. У старого Бу была страшная ферма. И я Бу. На ферме этой монстры жили. И я Бу. У-у, здесь. У-у, там. Здесь, у-у, там, у-у, везде. У-у. У старого Бу была страшная ферма. И я Бу. Окей, Франкенштейн, кто кого перетанцует? Ага, сюрприз! Ну ладно, да начнется веселье! Да, эта вечеринка просто сумасшедшая! Ну-ка, попробуй! И я Бу! Это уже слишком. Так, куда же побежали эти маленькие монстры? Упс! Ой, они идут! Ах, маленькие зомби, где же вы? Ой, скорее прячемся! Зомби-зомби! Да, папа! Ешь вкусняшки? Нет, папа! А не врешь ты? Нет! А что прячешь ты тогда? Ха-ха-ха! Ай-ай-ай! Ты не можешь винить маленькую обезьянку за старания! Ведьма! Да, папа! Не шалишь там? Нет, папа! Ты уверена? Да, папа! Я все вижу! Ой, беда! Я хотела сделать одно малюсенькое заклятие! Такое заклятие? Ну нет! Эй, скелетик! Да, мама! Ешь конфетки? Нет, мама! Дай-ка гляну! Ой, мама! Эти обожаю! Мама, ты меня насмешила! Скушай еще! Ты такой худенький малыш-скелетик!
Оборотень! Да, папа. Ты шумишь там? Нет, папа. Ты уверен? Да, мама. Можно поиграю? Ха-ха-ха! Ой, ну что же мне с вами двумя делать? Ну ладно. Монстр-песик! Да, мама. Что-то прячешь? Ага. Что же это? Не знаю. Ты уверен? А-а-а! Ах ты, хулиган-монстр-песик! Это точно! Эй, смотрите! Мама, мама! Кто-то звал? Прячешь сласти? Нет! Точно, точно! Ну, я! Вот и попалась! Спасите! Ну, никто не идеален. Да, кроме меня.